О том, что очередная модернизация продлит жизнь бессмертной Toyota Land Cruiser Prado, было объявлено неделю назад. А сейчас российский офис марки опубликовал прайс-листы, разрешил дилерам принимать заказы. Главной технической новостью оказался мощный турбодизель отдачи 200 сил. И хотя рамному ветерану оставили шестидиапазонный автомат, модель стала гораздо быстрее. При разгоне до сотни внедорожник теперь выезжает из 10 секунд. Вдобавок обновление принесло более производительную медиасистему, а также поумневшую ездовую электронику. Есть изменения и в дизайне. Снаружи всем автомобилям, начиная со средней комплектации Elegance, теперь полагается черный декор. Цены изменились по интересной схеме. Стартовая комплектация немного подешевела, хотя остальные исполнения стали дороже. Сильнее всех подорожали дизельные версии. Новый мотор увеличил цену в среднем на 150 тысяч рублей. Еще один российский дебют от марки Cherry. В Россию приехал Tiggo 7 второго поколения. У нас кроссовер будет продаваться как Tiggo 7 Pro, а старая машина на некоторое время сохранит присутствие на нашем рынке. Что касается новинки, то она может предложить только бензиновый мотор, вариатор и передний привод. Других версий просто нет. В базовой комплектации кроссовер будет стоить чуть меньше 1,5 миллиона рублей. Впрочем, базовая не означает бедная. Китайцы сэкономили только на двух вещах. Они поставили кондиционер вместо климат-контроля, а в набор подушек безопасности включили только пару фронтальных эйрбэгов. Но зато заявленная система стабилизации, светодиодные фары, 10-дюймовый тачскрин медиасистемы, камера заднего вида, кнопка запуска двигателя и другие фетиши из арсенала современного автопрома. В топе вообще присутствует панорамная крыша, система кругового обзора, электроприводы обоих кресел и беспроводная зарядка смартфона. Как видим, с наполнением комплектации марка Cherry поступает достаточно вольно. Вслед за Ладой Largus Cross, которая обзавелась исполнением Quest, российская марка пообещала сделать такую же версию для кроссовой Гранты. Машину будет отличать фирменный декор кузова и салона. Семейству Vesta Cross тоже перепадут некоторые обновки. В продажу скоро пойдет комплектация Black, которой, среди прочего, адресована черная обивка потолка. Это, пожалуй, главный фетиш для всех вестоводов.